Лос-Аламос, Нью-Мексико, 1945 год. Всем привет, с вами Миссионер Джейн, и сегодня мы погружаемся уже в 35-й мир на канале «Мир Томб Рейдер. Годовщина». Приступаем сразу. Калькутта, Индия, 1996 год. Что нужно сделать обычному мужчине, чтобы добиться от тебя подобного внимания? Если ты имеешь в виду внимание такого рода, Ларсон, то ты на правильном пути. Звучит забавно. Но сегодня я здесь только как посредник. Лара Крофт, познакомьтесь с Жаклин Натла из Натла Technologies. Добрый день, мисс Крофт. Мой исследовательский отдел недавно взялся за изучение древних артефактов. И как мне сообщили, вы при наличии должного стимула можете для меня их достать. Боюсь, вас обманули. Для меня это просто забава. Именно поэтому я и обратилась к вам, мисс Крофт. В эту игру вы уже когда-то играли с вашим отцом. Вы оба потратили годы на поиски наследия Атлантиды. Вам оставалось лишь найти гробницу Куалапека. Вы нашли Вилкабамбу? Долго ли вам лететь до Перу? Вилкабамба ускользает от нас. И мое стремление идти до конца, вопреки неудачам, подрывает боевой дух. Думаю, этот Дженкинс толкает отряд к мятежу. Он отрицает мысль о том, что Атлантида могла быть колыбелью всех остальных цивилизаций. Мне кажется, только Лара, не отравленная научными догмами, способна увидеть правду. Простите! Я взял короткую веревку! Не волнуйтесь, я найду другой путь! Да это быстро. Вообще, я думаю, я уже хорошо приспособилась к местному управлению. Тем более, у меня возникли проблемы с сохранениями в данной игре. Мне пришлось проходить Перу по несколько раз. Так что, думаю, Перу мы быстро пройдем. Насчет остального посмотрим. Все-таки значительно изменилась местная география, так сказать. Горные пещеры. Все-таки в первой части не было возможности побегать по улице. А, вот и вы. Смотрите, мы на месте. Даже с проводником есть возможность поболтать. Любопытно. Thank you.
Да, проводника, конечно, очень жаль. Но, как мы знаем, по сюжету он должен был погибнуть. Меня сейчас волнует вопрос другой совершенно. Ну, я понимаю, переиздание и все такое, но неужели нельзя было надеть на Лару хотя бы штаны? Ну, ладно, даже на шубу... На шубу даже глазками не стреляю. Ну, хотя бы штанишки-то можно было на Лару надеть. Ну, очень же там холодно, в конце концов. Лед, снег, а она... Я не знаю. Зачем так нужно было издеваться над несчастной девушкой? Несчастный. Ну да. Также по традиции я сейчас лезу за секретом. Все секреты надо обязательно собрать, без этого ну никак. Да, дополнительный материал, уникальные возможности. Уникальные возможности — это чит-коды для перепрохождения игры, но они нам не понадобятся. Вот так. Вау. Вы видели? Летучие мыши сквозь текстуры летают, когда их убиваешь. Большая аптечка. Отличная штука. Но что-то мне подсказывает, до конца игры мы так ей не воспользуемся. Зная свою страсть к собиранию всяких вещей и нелюбви к лечениям. Ну все, можем переп... Да что ж так они багуются-то, эти мыши? Кстати, игра очень багованная, очень. Очень много косяков в управлении, поэтому я даже не рискнула все-таки в итоге. Сначала у меня была задумка пройти эту игру без поражений, без падений, все такое. Но потом, когда я увидела все-таки, что слишком много багов, не то чтобы я сдалась, просто это реально слишком. Хотя я бы не сказала, что управление здесь прям ужасное. Мне лично нравится, его просто надо было доработать. Ух ты! Хорошее, серьезное заявление. Все. Конечно, я пришла на их территорию, я их потревожила. Но они тоже не подарки, да? Можно было бы и как-то погостеприимнее. Наконец-то все-таки мы вернулись к этой трилогии. Давно я об этом мечтала. Легенда-то я уже давным-давно прошла. Кстати, новички, да, все предыдущие части Tomb Raider уже пройдены. Ссылки под видео. Так, чисто напоминаю. Как здесь значительно все переменилось. После первой-то части там все такое кубическое. Я еще помню, прям бегала, восхищалась всем этим. Учитывая то, как сильно я всегда восхищаюсь играми, я все думаю, это же все надо все проработать до мельчайших подробностей. Спускаемся вниз. Так точно! Данный медведь все еще здесь! И он меня мучает! Мучил недолго. Секрет! Интересная штука. По-моему, это какой-то клык. Какой-то клык, наверное, динозавра. Ну, в каждой зоне, такие как Перу, Греция, Египет, там разного вида секреты. Наверное, здесь, в Перу, секрет что-то вроде какого-то клыка-динозавра.
Ну что, достаточно любопытно это все собирать. Я вообще не представляю, как можно проходить игры не до конца. Это то же самое, что развернуть конфету, посмотреть на нее и положить обратно. Ты вкуса не почувствуешь, потому что ты ее даже не пробовал. Сейчас будет зал со стрелами, помните его? Ну тогда мы, да, мы по верху пробежались. А сейчас придется через стрелки. Ай! Ай! Стой! Выжидать время. Раньше я тут, кстати, когда первый раз играла, я тут крутилась, как не знаю кто, как ненормальная какая-то. А сейчас решила, что лучше все-таки выжидать момент, когда эти стрелы пролетят. Ворота сказали нам, что они не хотят открываться, пока мы здесь что-то не сделаем. Так давайте сделаем это. Привет, волчара! Ух ты, даже с такого расстояния? Неплохо. В целом неплохо. Для начала. Начало тоже такое легенькое. Относительно несложное. Ну какие локации? Все-таки это совершенно другой разговор. В первой части, да, присутствовала определенная магия. Наверное, меня бы так сильно не заинтересовала годовщина, если честно, если бы я не играла в первую часть. Очень интересно поиграть и сравнить! Ай! Поиграть и сравнить, как сильно переменилось время с тех пор, как была создана первая часть. Разработчики все-таки, конечно, молодцы, что решили выпустить переиздание. Переделку такую. Теперь нужно напрыгнуть, наброситься на эту кнопку в полу. Можно было бы сейчас пойти к концу уровня, но я хочу забрать реликвию. Все-таки секрет. Для этого нужно просто вернуться на ту сторону, с которой мы спустились. Там она и лежит, родимая. И забрать ее можно стало только сейчас. До этого мы ее забрать не могли. Да, вот сейчас играю, и прям перед глазами все-таки этот кубический мир первой части. Где у Лары было всего пара движений, и все равно у меня столько восторга было, когда я играла. Сейчас просто другими глазами мы уже смотрим на эту историю, абсолютно другими. Здесь вроде все так же, сюжетно, но с другой стороны совершенно иначе. Бутыль в виде касатки. Керамическая бутыль, датирующаяся примерно 700-м годом нашей эры, изображающая касатку. Вероятно, такие сосуды использовали для питья сброженной чича. Симпатичная штука. Ай! Ну все, идем к концу уровня. Он у нас довольно быстро закончился. Собрали мы все секреты. Умница! Я. Я умница! Должна сказать, учитывая проблемы с сохранениями в данной игре, я буду периодически перезапускать уровень. Ну! Вот, кстати, новое движение. Хедшот! А, это была слюна? Прям фонтаном. Интересное достаточно нововведение. Такого прежде не было в Tomb Raider. Определенно не было. И стрельба из пистолетов стала гораздо проще. Теперь Лара стреляет из пистолетов с такой же частотой, с которой и
Нажимаешь на кнопку. Город Вилкабамба. Вот мы и прибыли. Это было достаточно быстро. И нас встречают волки! Волки! Отстань! Тема волков заиграла. Здесь еще саундтрек классный к тому же. Привет, Мишка! Ай! Прям как это было близко! Нужно нырнуть. Блин. В классике мы ныряли, чтобы забрать секрет. Здесь нам это необходимо для продвижения. Еще одно новшество. Здесь какая-то рыбешка все время вылезает из песка. Плывет, а потом обратно в песок зарывается. Это просто шикарно смотрится. Зал со шкурами. Мы его хорошо помним. Лично я хорошо. За вас не знаю. Играли ли вы или смотрели ли вы первую часть? Далекий 96-й. Я лично не могу помнить 96-й. Меня тогда еще не было. А то у некоторых, насколько я знаю, сложилось впечатление, если я хорошо помню первую часть Лары, значит, я гораздо старше. Неправда, меня в 96-м еще даже не было. Просто я очень люблю классические игры, вот и все. Ой, я ж там все собрала, блин. Отвлеклась немножко. Капелюшечку манюсенькую. Нужен мне этот ящик с какой-то мумией внутри, чтобы забрать очередной секрет. Кажут, что доколупалась до ящика. Ну, нужен он мне. Он мне необходим. Вы понимаете это или нет? Помучила ящик и отпустила. Мыши! Быстрей! Мышки, мышки, мышки. Ниже. Ола! Лара Акробат! Все-таки, когда я играла в классику, я несколько скучала по этому. В свое время я замотала эту игру. Я играла на PSP, правда, но там графика несколько иная. Нет этой размытости определенной. Все-таки на ПК это совершенно по-другому смотрится. Кто там? Кто там? Ой, у них прям пенится, морда прям пенится. А-а-а! Бешеные! Или очень голодные? Отстань! Хедшот! Ух ты, как круто звучало. Хедшот! Вот они, ворота. Сейчас будем нажимать переключатели, чтобы открыть эти ворота. Так, стоп. Здесь ничего нет. Что я пыталась тут найти? В этом бассейне, по крайней мере, нет ничего. Но в этом нет, так будет в другом. В чем проблема-то? А никакой проблемы. С чего взяли? Сама с собой опять говорю. Уже привычка. Уже на этих летсплеях такая привычка образовалась. Сидишь и сам с собой разговариваешь. Кто послушает, точно диагноз вынесет. Отлично, сработано! Следующий рычаг. Ну как рычаг? Механизм. А вот в этом бассейне уже есть 100%. Это аптечка. Такой характерный звук издают аптечечки, когда их подбираешь. Когда подбираешь патрончики, все-таки другой звук они издают.
А птички даже как-то звучат романтично. Аптечки звучат романтично. Ой, вечно как что-нибудь скажу. Сама не понимаю, что я сказала. Вот мыши сейчас сами виноваты были, они сами напросились. Двери со скрипом, но таки поддались. Идем, Лара? Посмотрим, что тут у нас. Симпатичненького. Симпатичного ничего особенно нету. Сплошные коридоры. О, а там кое-какого красавчика я приметила. Не тебя, волчара. Там патроны. Пока еще у нас карманчик позволяет их брать. Да, кстати, здесь, в отличие от первой части, от оригинала, все-таки карман не бесконечный. Как только насобирается 40 патронов к ружью, больше мы уже поднимать не сможем. Так что экономить я не вижу смысла здесь. Вы слышали? Вы слышали, что я только что сказала? Я не вижу смысла экономить! Вы понимаете, что делает со мной невозможность брать все? Терпеть не могу ограниченный инвентарь. Он ломает мне всю систему. Собирай все, ничего не оставляй, никакой пощады. Это было придумано еще очень давно. Нельзя ломать эту систему. Она уже общепризнана мной. Уже запатентована. Ух ты, слово какое умное. Ну вот и все, мы уже приближаемся к затерянной долине. Уже волки завывают, замечательно. Все, все собрали. Хорошо. Продолжение следует. Спасибо всем за внимание, за просмотр. С вами была Миссионер Джейн. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Посетите мои творческие страницы ВКонтакте и на YouTube. Ссылки найдете под видео или в шапке канала. Еще раз спасибо всем огромное за внимание. И до новых скорых встреч, друзья!